новости. Порой, чтобы начать заниматься спортом, не хватает мотивации. Но нужен лишь первый шаг. А поддержит вас в новом проекте «Пробежка со звездой». В день старта зарядиться отличным настроением и укрепить свое тело в городской парк культуры и отдыха пришли и взрослые, и дети. Очень много говорят о том, что надо вести здоровый образ жизни. Но говорить это одно, а делать это совершенно другое. И я очень рада, что в городском округе мы делаем. Мы выбегаем утром на зарядку. Я думаю, что начать рабочий день в такой хорошей компании, с пробежкой, что может быть лучше? Марина Жирова и стала первой звездой проекта. Ну а перед началом забега главное размяться, даже если вы регулярно занимаетесь спортом. Тело разогрели, пора бежать. На старт, внимание, марш! Пробежки с депутатами, спортсменами, деятелями культуры и представителями различных организаций будут продолжены. Участие смогут принять все желающие. И помните, главное – сделать первый шаг. Лина Гречишникова, Александр Спицын. Большая Балашиха Лайф. Новости.